Ребятки, всем привет! С вами Ананасик и это Iron Sign. Сегодня я хочу пооткрывать кейсы, посмотреть, какие награды с них есть и стоит ли вообще их покупать, если они стоят, а довольно-таки дорого. Давайте посмотрим в магазине. Самый обычный ящик стоит 4800 и, в принципе, кроме него за монеты ты больше ничего купить и не можешь. Все остальные ты можешь покупать или же за рубли, или же за вот такие вот фишки, которые мы получаем. Это типа дополнительные валюты, которые можно конвертировать с помощью дона или же получать в игре за выполнение определенных заданий. Итак, открываем ящики. У меня здесь накопилось ни много ни мало 6 ящиков, и один из них ценный ящик с припасами. И сегодня посмотрим, что выпадает с таких ящиков. Итак, первый ящик, который мы открываем, это самый обычный ящик. Мне выпадает шапка Аснас, называется, вечная. У меня есть еще 4 таких кейса, поэтому продолжим. Так, дальше выпадают перчатки Гаррисон, вечно, тактические перчатки с отличной амортизацией, которая обеспечивает защитной накладкой на тыльной стороне руки и подкладкой с двойной стороной на ладони. Хорошо. Идем дальше. Еще одни перчатки. Это худшее, наверное, что может быть, когда тебе попадается то же самое, что уже было. Давайте откроем еще одну. Так, у нас тут кепка скаута. Шпионская кепка скаута. Выглядит весьма прикольно. Не знаю, мне нравится. Вот кепочка зачетная. Я от кепок тащусь, поэтому эту оставлю точно. И открываем последний из таких кейсов, которые у меня есть. Это штаны Аснас, которые называются, они модельные. У меня есть уже шапка такого типа. И выбил вот штаны. Можно будет их совмещать и носить как комплект. Прикольно, хорошо. С этим разобрались. И сейчас мы откроем ценный ящик и посмотрим, что выпадает с такого ящика в целом. У меня он, к сожалению, всего один, поэтому долго мы их не открываем. Так, здесь выпадает PX4 Storm. Итальянский крупнокалиберный автоматический пистолет предназначен для полиции. Благодаря скругленным формам выглядит менее агрессивно. Ну, не знаю, такой себе, если честно, пистолетик. Я думаю, с этой хренью можно было бы выбить что-то и поярче. Но в итоге это то, что мы получили. И теперь я могу этот пистолет добавить или же заменить, вот, допустим, вместо вот той хрени. Мне кажется, пистолет будет намного эффективнее, если честно, чем вот это дерьмо. Потому что мы вот сколько играем, я вижу, что когда ты им попадаешь, то он сильно не дамажит. Что я могу сказать? Как-то так, ребятки, открыли мы с вами кейсов. Если один кейс стоит 5000, мы открыли 5 кейсов, мы потратили, грубо говоря, 25 тысяч только что, прямо на ваших глазах. Всем спасибо, до скорых встреч, пока-пока!